Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос о пляжном режиме. Это, не помню точно, кто сделал такой интересный вброс, что в бане можно создать пляжные режимы парения. Ну, я лично против того, чтобы, как говорится, просто-напросто применять терминологию, которая не имеет под собой никакой теоретической, практической или там, научной основы. Поэтому сразу можно что сказать, что как такового пляжного режима, вообще слово «пляжное», это его трудно даже охарактеризовать, поскольку пляж подразумевает, это просто лежание человека под солнышком. Если подразумевается то, что человек зашел в баню, лег и просто-напросто получает прогрев, то это можно делать в любой бане, в любой сауне. Неважно, что вы, как говорится, имеете у себя, хоть хамам, хоть что. Но соответствует ли это парению? Если вы хотите париться, если вы не хотите париться, ну называйте его пляжным режимом. Вы, как говорится, лежите на полке без парения, как говорится, как на пляже, вместо солнышка у вас лампочка, ну и пожалуйста. Поэтому как такового пляжного режима его вырисовать очень сложно, потому что на данный момент вообще даже никто не может сказать, насколько, как говорится, соответствует та температура, вот как у нас сейчас 40 градусов здесь на нашем курорте, в данном случае я ж нахожусь в Суко, и у нас пляжный режим получается 40 градусов. Ну, вы сделаете в бане 40 градусов, и вы замерзнете. Поэтому однозначно нельзя просто с одними словами играя переносить их на банные режимы. Когда мы говорим о парении в бане, мы должны говорить о парении в бане. А что там еще вы для себя придумаете, там для каких-то процедур? Ну, допустим, как говорится, тот же этот, который, как говорят, пляжный режим в пределах 40 градусов, для массажа вполне достойно. Но париться с этим режимом не очень приятно. Потому что я лично сам парюсь за температурами выше 40 градусов. Это 45-50 градусов. Вот здесь уже можно париться. Я парюсь активно, не лежа пассивно, как на пляже. Поэтому давайте сначала, вот когда вы задаете вопрос, вот задают, что такое пляжный режим, то вы сначала объясните, что вы хотите, что вы ждете от бани, чтобы можно было вас подкорректировать в ту или иную сторону. Иначе получается, мы с вами говорим о разных вещах. Вы кинули термин «пляжный режим», я должен этот термин раскрыть. Но в моем понимании это несколько не соответствует вашим принципам, поскольку тот, кто заложил вот этот вот принцип, у него было в голове свое. Поэтому конкретно разложите по полочкам, что вы хотите получить. Мы вам расскажем, что нужно для этого сделать. Всего вам доброго.